Брещина является достойным обладателем права принимать подобные мероприятия. Опыт последних лет показал, берестейские хирурги могут творить чудеса. Благодаря удачному тандему, качественная работа талантливых и высококвалифицированных специалистов, плюс хорошую комплектованность материально-технической базы и сложные операции стали доступны для берестейцев непосредственно в самом регионе. У нас в области нет ни одной районной больницы, которая бы серьезно не улучшила через реконструкции свои условия работы. Буквально несколько месяцев назад маленьких пациентов начала принимать детская городская поликлиника в Бресте на 600 посещений в смену. Сейчас заканчиваем строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера и продолжаем работы по инфекционному корпусу Брестской областной больницы. Это уже будет не как отделение какое-то, как очень добротная, хорошая больница. Действительно, за последние десятилетия Брещина сделала огромный рывок в развитии региональной медицины. И это признают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Форум хирургов тому подтверждение. Среди участников съезда не только ведущие белорусские специалисты, но и гости из-за рубежа. В Синёку они приехали, чтобы не только обучать, но и обучаться. Последние итоги международных рейтингов показали, что медицина нашей страны на достойном высоком уровне. И в Организации Объединенных Наций, и во Всемирной Организации Здравоохранения есть много рейтингов, которые пристально смотрят за системой здравоохранения, в том числе и Республики Беларусь. И вот по рейтингу доступности медицинской помощи, это данные за 2013 год, Республика Беларусь занимает первое место в мире, деля его с Канадой и Бруней. Два дня работы, десятки докладов и научных материалов. Программа съезда более чем насыщенная. Лучшие хирурги будут обсуждать наиболее актуальные для белорусского и мирового здравоохранения темы, а также искать пути решения возникающих проблем. Кроме теоретической части съезда, предусмотрены и мастер-классы, которые пройдут параллельно с работой научных секций.